Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня буду, короче, покупать ГТР, пацаны. Я продал Е63, получается. За 3.8, да, очень дешево, соглашусь, но у него скидка была просто 1.9, поэтому я его так дешево продал. Я сейчас просто начал психовать и пытался бизнес свой продать, но потом что-то думался и решил не продавать. Я сначала продавал за 14, потом продавал за 12, потом за 10, и вот вообще хотел бы только что в ГОС слить, короче, бизнес, но передумал все-таки его сливать в ГОС. Сейчас я куплю ГТР салона, потому что, ну, никто не продает. Я уже в течение 2 часов пытаюсь купить ГТР, и вообще никто не продает его. Поэтому сейчас мы купим его салона. Да, у меня останется 600 тысяч всего лишь, но, пацаны, нужно идти уже дальше. Потому что я мог себе купить X5, я хотел купить, но, блин, надо идти дальше. Надо купить уже дорогую машину за хотя бы за 7 миллионов. Поэтому сейчас мы это и сделаем. Заходим в автосалон и сейчас купим себе этот ГТР. Листаем, вот он, ГТР, короче. Да, это хреново он выглядит, но я потом модельку, наверное, поменяю, скорее всего. Поэтому не обращайте внимания. Давайте я сразу цвет выберу, будем экономить. Сейчас сразу цвет какой-то нормальный выберем для начала. Давайте, я думаю, его сразу серым возьмем. Ну что ж, момент истины просто. Все, я купил ГТР, пацаны. Делаем тайм. Все, я купил ГТР. Теперь нам нужно, короче, логнуться, потому что у меня нет транспорта, чтобы доехать домой. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6-й раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Так, вот я перезашел, короче, погнали, заберем наш ГТР, так сказать. И сейчас поставлю сразу на него блат номера. Я знаю, какие номера свободные, в принципе. Они прям не очень блат, но думаю, прикольно будет смотреться на ГТРе. Поэтому сейчас мы их поставим. Так, ГТР. Вот у нас сам ГТР. 7 миллионов, пацаны, госка у него. Это просто жесть. Это просто жесткая жесть. Так, заводим. Все, пацаны, я купил ГТР за 7 миллионов, пацаны. Это самая сейчас моя дорогая машина. Обязательно, пацаны, поставьте просто лайк. Я думаю, это заслуживает лайка. Давайте сейчас номера поставим. Сейчас я пробую номера поставить 3N39, попробую. Чисто попробую. А потом еще один номерок попробую, не буду оглашать его. Так, пишем прайс. Прайс. И у меня здесь есть номера. Я хотел Джонни поставить, но Джонни уехал, как бы, поэтому я, наверное, себе их поставлю. Давайте номер поставим. Да. Может, пробуем 3N39 поставить. 3N39 попробуем поставить. Номера уже используются. Ну, это было очевидно. Но я знаю, какой номер точно свободный, поэтому сейчас мы поставим. М-0-0-0. МММР, по-моему, да? Да, вот такой вот номер точно свободный, потому что я бы их слил. Да. Все, убираем и ставим номер. Все, поставился. Теперь надо ее переспавнить, чтобы номера появились на рамках тоже. Поэтому давайте сейчас далеко как раз от дома отъехали, поэтому сейчас будет все четенько. Блин, как я просто хотел ГТР. Вы, думаю, помните все, что я очень хотел его купить. Просто я думал над его покупкой 3 месяца, наверное.
У меня был уже когда-то GTR, но там номера были, по-моему, не помню какие. Честно, не помню, какие номера были, но у меня был GTR, и вот я снова себе его купил. В принципе, эта моделька тоже неплохая, можно будет и на ней поездить. Жопа мне здесь нравится, вот морда здесь некрасивая. Просто я не помню, можно найти старую модельку. У кого есть старая моделька GTR 2015 года, то скиньте в ВК, пожалуйста. Я пытался, честно, найти GTR хотя бы какой-то бэушный, но вообще никто не продает. Я потому что я мог себе номера поставить, номера, и для меня было не главное. Мне главное, чтобы хотя бы один чип стоял и нитро. А я купил стоковый GTR салона, пробег он 8 километров. У него нету ни нитро, ни чипа, он едет всего лишь 120 километров. Ну что, будем копить, зато он у нас уже есть. Ну, у меня точнее, ну. Зато он у меня уже есть. Наконец-то я купил себе какую-то дорогую машину, потому что у Мурки Воска 900 тысяч, у Ямахи там лям 300, по-моему. И наконец-то будет хоть одна дорогая машина. Вот это меня радует, реально. Так, давайте зайдем в исток Джонни, и я попробую, может, перекрашу ее, и, может, поставлю хотя бы диски, чтобы хотя бы как-то смотрелся он. Потому что это пипец. Надо хотя бы диски поставить, я думаю. Потому что так что-то ездить не особо хочется, короче. Блин, смотрите просто на эти цены. Диски 70 тысяч стоят, азот 500 тысяч стоит. Капитальный ремонт 500 тысяч, гидравлика. Ускорение стоит лям 750, один чип стоит просто на него. Это просто жесть, пацаны. У меня таких денег на это в скором времени вообще не будет, поэтому будем ездить просто на стоке. Ну, 500 тысяч еще можно будет как-то на нитро накопить. Ну, а на чип я не знаю, хотя бы один бы поставить, ну ладно. Так, давайте я, может, диски поставлю. Мне перекрасим сначала, короче, 50 тысяч стоит. 156, 0. Вот таким я что-то хочу увидеть, на самом деле. Вот такой синенький. Хотя, ну, стоп. Может его серый сделать прям. 25.0. Может его таким серым сделать. Хотя нет, синий больше смотрелся. Давайте его синим сделаем. 156.0. Все, вот так вот его делаем. Так, и давайте поставим диски. Диски. Нет, точно не эти диски. Сейчас найдем какие-то диски нормальные, чтобы были. Так, вот эти диски, короче, ему идут, поэтому я их и возьму. Все. Теперь он четкий. Конечно, можно нитро поставить, но, пацаны, у меня тупо 500 тысяч осталось. Я сейчас буду чисто жить за счет аптеки, так сказать. Поэтому сейчас поедем на 8 бит, может, посмотрим реакцию людей. Ну, вроде бы так сосно получилось, такой прям... Звереныш такой, я бы сказал. Просто зверь. Диски эти ему тоже очень идут, поэтому вообще заебись. Честно скажу, просто тачка реально по кайфу. Да, он едет сейчас 120 всего лишь, но сама машина очень кайфовая. Номера тоже мне нравятся. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.